Винительный падеж. Вопрос: что? Неодушевленное. Инанимадо. Он. Мускулин. Мейл. Например, стол. Стол, стол. We change nothing. Because it's accusative, inanimate, male. Если это она, женский род, female, мы меняем книга книгу. Неважно, одушевленная или неодушевленная. Doesn't matter, animate or inanimate. И если это оно, то мы тоже ничего не меняем. Оно, we change nothing. То есть, если неодушевленное, if we have inanimate noun, we change only female nouns. Male, neutral and plural, we don't change. Хорошо? Хорошо. То есть вот мы видим они, plural. Что это? Это книги. Я читаю, что книги. Одинаковые формы. The same forms. Только она. Мы меняем только она. We change only female form. Книга, книгу. Теперь, если вопрос кого? Animate, animado. Да, вопрос кого? Тоже может быть он или она. Он друг друга. Или преподаватель. Я знаю кого? Преподавателя. Я слушаю кого? Преподавателя. Я спрашиваю кого? Преподавателя. Если она, тоже меняем. Мама, маму. Я люблю кого? Маму. Я слушаю кого? Маму. Угу. И сейчас, пожалуйста. Хуан. Пиццу. Конечно, да. Читайте, пожалуйста. Мама. Угу. Кук. Готовит. Пожалуйста, Хуан. Готовит. Мама готовит пиццу. Хорошо. Да. Алехандро. После обеда денти смотрят фильму. Почему? Потому что она. Фильм это она? Нет. Меня. Не меняем, но здесь нет варианта фильма. Да. Не меняем, потому что он. Так какой вариант, Алехандро? Фильмы. Inanimado. Фильмы. Inanimado. Plural. Фильмы. Фильмы. Номинатив and accusative have the same forms. Угу. Хорошо. Джереми.
Антон, фотограф, берет друга. Фотографирует. Фотографирует друга. Почему друга? Друг. Это он? Он? Да. Это он. И? И... Вопрос. Это он? Да. Не меня. Когда он, надо думать, что или кого. Что инанимадо, кого анимадо. Мы думаем. Да? Друг – это что или кого? Кого. Кого, да. Если кого, мы меняем форму. We change the form. Угу. Правильно. Поэтому Антон фотографирует друга. Так, у нас сегодня есть Брайан. Пожалуйста, Брайан, читайте. Мы вместе. Вместе. Поем. Поем. Seria. Песню. Правильно. И вариант будет песню. Брайан сказал правильно. Потому что это она. Она. Мы всегда меняем форму. We always change the form. But of course we have exceptions. Nouns which end with soft sign. Мягкий знак. Кровать, тетрадь, дверь. We don't change them. Хорошо.
кис. О, понятно. Ага. Ярболь, ты. Так. Дерево. Вы видите лицо дерево. Или дерево? Да, да, да. Дерево, есть... да. Угу. Джереми, вы что видите? Дерево. Дерево. Итак, смотрите, мы можем видеть дерево или мы можем видеть лицо, face, да? Это лицо. Еще что вы видите? Кто это? Rabbit и... Ага. И... Ганса, ква-ква, Ага, Алехандро видит два животных. Утка. Утка, да. Поверит. Итак, мы можем видеть, что это утка. Даг, утка. Ква-ква, кря-кря, да? Или это rabbit, кролик. Да? Кролик. Вот тут это кролик. Слева утка, справа кролик. On the left we can see duck, on the right we can see rabbit. Видите? Отлично. Я вижу утку, потому что утка – это она. Я вижу утку или я вижу кролика, потому что кролик – это он. Угу. Так, здесь что у нас? Друзья, кис. Александр, везде, да? Итак, здесь уже написано, есть два варианта. Два лица. Чашка. Чашка. Чашка, ваза, мы говорим, ваза. Да? Стакан. Ваза. Да, здесь тоже два варианта. Это может быть ваза. Вот она, ваза. Или два лица. Two face. Да. Угу. Хорошо, хорошо. Лягушку. А вот так, это кто? Это лошадь. Horse. Я вижу кого? Я вижу лошадь. Угу.